Роман, приветствую тебя. Наша с тобой редкая встреча сегодня. Я думаю, что многие заждались, потому что я помню, был фидбэк крайне положительный о твоем способе анализа рынка. Всем очень понравилось, мне тоже. Кстати, и приятно с тобой обсуждать, конечно же, текущие тенденции на финансовых рынках, особенно если сделки носят там, средний долгосрочный характер, потому что я думаю, больше среди нашей аудитории заинтересованных в таком позиционном трейдинге. Да и в целом, я точно могу сказать, что принятие решений, основанных на фундаментальном фоне, это решение, конечно же, с долгосрочной ориентацией. И если кто-то будет пытаться сказать, что он может предсказать поведение актива в ближайшие пару часов, либо сегодня вот до закрытия американской сессии, это, конечно же, будет высшей формы лукавства. Ну ладно, не будем об этом. Давно у нас последняя встреча с тобой была. Точнее, мы недавно записали очередной видеоматериал, но из-за технических сложностей решили все-таки не размещать его из-за проблем там с картинкой и качеством звука. Сегодня я надеюсь, что все будет без сучка и задорики. Роман, спасибо тебе, что смог найти время присоединиться. Давай тогда в целом поговорим о том, что интересно сейчас в моменте на финансовых рынках. Я, прежде чем перейти к демонстрации экрана, сделаю акцент на следующее, что эта неделя была интересна, прежде всего тем, что все следили и ждали сначала выступления Пауэлла в Конгрессе, перед Палатой представителей, перед Сенатом, потому что Пауэлл, отвечающий за курс американского центрального банка, очень много и часто меня поправляет, что ФРС – это не центральный банк. Конечно, все прекрасно понимают, что такое ФРС, но совершенно не ошибка. Если говорить об американском банке, регуляторе в США, как о центральном банке, несмотря на то, что это частный, по сути, институт. Короче, все ждали обновления позиции регулятора касательно планов, связанных с изменением процентной ставки программы количественного смягчения, потому что все, что сейчас происходит на финансовых рынках, это следствие того, как экономики отходят от последствий ковида. То есть все восстанавливается, оживает, и вот тут опять же есть негативный фон, связанный с уже который по счету волной дельта-варианта коронавируса. Ну, короче, все, что мы видим на финансовых рынках по валютным парам, это отголосок действий центральных банков соответствующих стран по стимулированию экономики. ФРС – это регион, точнее, ФРС – это банк, который идет во главе всего. И именно он определяет вот эти макроэкономическую моду, вот мне понравилось выражение моего коллеги, по основным тенденциям. Короче, что говорит ФРС, то происходит с долларом, что происходит с долларом, то влияет на динамику прочих инструментов. Эта неделя, я, честно говоря, как тот, кто ставит на снижение курса американского доллара, все-таки ждал того, что мягкая риторика Пауэлла сможет ослабить позиции американского доллара. И в целом, по факту первого дня его выступления, то есть это, соответственно, в среду, действительно, индекс американского доллара завершил день локальным снижением. Ну вот вчера снова начал отрастать, и фактически по индексу доллара мы сейчас в районе 92.60, там, где были и неделю назад, и две недели назад. Я могу сейчас демонстрацию экрана перейти, секундочку. Так, Роман, наверное, пошла уже демонстрация, да, видно? Да, да, все видно. Да. Вот как раз индекс американского доллара. То есть мы видим вот этот коридор проторговки, при том, что часовой таймфрейм довольно размашистый коридор для этого инструмента, который, в принципе, не очень активно ходит даже по факту насыщенного фундаментального фона. Но я думаю, что все прекрасно понимают, что если вот на рынке вот такая динамика, значит, на рынке отсутствие идей, которые не дают возможности участникам рынка, трейдерам уйти на какой-то тренд. В данном случае, друзья, я продолжаю транслировать свою идею того, что американский регулятор не будет, так же, как я был в этом уверен неделю назад и месяц назад, не будет торопиться с ужесточением политики. И, опять же, выступление Пауэлла на этой неделе и в Палате представителей, и в Сенате было пронизано одной вот этой
прям точной, конкретной идеи того, что недостаточен еще прогресс в американской экономике, чтобы принимались соответствующие решения по отказу от программы количественного смягчения и последующего повышения процентной ставки. Поэтому я остаюсь как бы в шортах по этому инструменту. И единственное, что могу сказать, что отсутствие мощной динамики по доллару в последние недели лично меня уже настроило на то, что, скорее всего, нам вот в таком дрейфе придется находиться вплоть до конца августа, когда состоится симпозиум в Джексон-Холле. Вот там уже будут конкретные, я надеюсь, решения, конкретные действия со стороны регулятора, со стороны Федрезерва, потому что открывать эту встречу будет Джером Пауэлл, и по традиции я помню, что именно на этом форуме принимаются очень ответственные решения. Допускаю, что как раз на этом форуме Пауэлл анонсирует отказ от программы количественного смягчения, начиная вот с начала 2022 года. И только после этого я готов изменить свое отношение к доллару, поставить на него укрепление. До этих пор буду топить за идею локального снижения бакса. Это одна из позиций, которую я продолжаю удерживать в течение длительного периода времени. Но есть и спекулятивные сделки, которые я принимаю, то есть беру за основу трейдинга на основании, например, индекса рыночных настроений, который доступен каждому клиенту компании Amarkets. Сейчас по евро-доллару котировки 1.1812, и большинство трейдеров ставят на то, что главный валютный риск будет расти. Здесь можно пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть поторговать против толпы. Поэтому я бы до нашего с тобой следующего эфира, который в идеале, в лучшем случае, состоится в следующую пятницу, а если взять за основу наш с тобой привычный график, через 2 недели. То есть на ближайшие 2 недели я вот, пожалуй, поставил бы отложку sell-stop с уровня 1.1795 и пождал бы пару в районе отметки 1.17. Стоп-лосс при этом можно будет забросить на отметку 1.1840. Так, по золоту. Собственно, на своих брифингах я рассказывал о преимуществах покупки золота в рамках этой недели из-за роста инфляции. Золото очень неплохо отросло, сейчас котировки 1826. И вот многие меня спрашивают, не поздно ли еще покупать золото. Ну, конечно же, при том росте, который мы видели, золото нужно было покупать еще раньше. Но в данном случае я предлагаю сейчас ориентироваться на уровень локальной поддержки 1815, скажем, $1815 за тройскую унцию. Если будет коррекция в районе этой отметки, выкупаем уже с стопом на уровне 1800 и take profit на отметке 1850-1860. И рынок нефти, не знаю, следишь ли ты за новостным фоном по именно нефтянке, что все упирается в соглашение ОПЕК плюс с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые фактически отсутствуют до сих пор. На этой неделе были комментарии о том, что прогресс достигнут, потом пришла информация о опровержении, о том, что никакого компромисса еще нет. Мы как, ну, я как человек, который следит активно за нефтью, признаю, что сейчас спекулянты, трейдеры, все фактически заложники вот этого новостного фона, и пока ситуация не разрешится, будет довольно размашистое движение, которое мы, в принципе, видим сейчас по нефти. Но я склонен полагать, что диалог все-таки будет возобновлен и компромисс будет достигнут. По факту этого компромисса на рынок поступит не больше 500 тысяч баррелей ежемесячно до конца этого года, начиная со следующего месяца, и это точно не нейтрализует дефицит, который присутствует. Поэтому я здесь в качестве среднесрочной сделки рекомендую покупки с уровня 74.80, целями $78 за баррель и стоп-лоссом на отметке 73.70. Роман, слово тебе передаю. Да, здравствуйте, Артем, еще раз здравствуйте все инвесторы, уважаемые компании A-Markets. Так, тогда я переключу сразу демонстрацию. Давай. Так, видно? Видно. Так, ну, я рассмотрю, да, почти те же инструменты, индекс доллара, евро-доллар, золото, нефть, S&P 500, посмотрим. Значит, что касается доллара, как мы видим,
он достиг сейчас уровня сопротивления. Так, сейчас я хочу посмотреть. У нас актуальная цена на этот инструмент. Да, актуальная. Или, да, да, актуальная. В прошлый раз мы говорили о том, что это сопротивление окажет, значит, ну, препятствие, скажем так, да, и цена откорректируется. Она действительно откорректировалась несколько раз. Для, собственно говоря, краткосрочных трейдеров, которые пользуются техническим анализом, действительно сигнал был полезен, и мы заработали на этом вот порядка 700 пунктов. Вот, то есть мы смотрим D1, да, если рассмотреть H4, понятно, что здесь вот такая консолидация возникла около этого уровня, когда можно несколько раз от нее делать ордера на продажу. Вот. Ну, даже если это один раз сделать, то, в принципе, это будет эффективно. Вот. Сейчас, конечно, возможно пробитие этого уровня, поскольку мы видим, в отличие от прошлого раза, когда цена развернулась, резко сразу пошла вниз, сейчас мы видим вот эту консолидацию. Да, любая консолидация – это, как правило, фигура там, треугольник, флаг, все что угодно, что символизирует продолжение тренда, да, и возможно, что мы все-таки пробьем это сопротивление и пойдем дальше. То есть здесь как-то вот намекает доллар о том, что он хочет пойти вверх. Вот. Но пока от него прогнозов, значит, я давать не буду, потому что ну, прогноз предыдущий сбылся, а следующий прогноз, он будет, скорее всего, от противного. То есть сейчас продавать вот маловероятно, то есть сейчас высокая вероятность того, что он пойдет дальше вверх. Вот, поэтому лучше рассматривать покупки, чем продажи, вот так. Но конкретного сигнала сейчас пока нет, потому что сигнал у нас возникнет, либо если у нас цена вернется к уровню поддержки, да, вот, либо если уже пробьет и нарисует новый максимум, и исходя из новых ситуаций уже можно будет давать новые сигналы. Mm-hmm. Что касается евро-доллара, то здесь... Ну, примерно похожая ситуация, да, примерно похожая ситуация. Тоже мы имеем то, что цена подошла к нижним уровням поддержки, тоже законсолидировалась. Вот. И, кстати говоря, что вот мне по евро-доллару вот, говорит о том, что больше я склоняюсь к продажам, чем к покупкам. Еще такой звоночек, скажем, что вот я смотрел новости буквально сегодня, и в Европе, в частности, в Бельгии, в Германии очень большие наводнения. Я не знаю, видели, нет, зрители. Вот, но очень серьезные наводнения. Прям я давно таких не видел. То есть мы периодически слышим, что летом что-то там затопило, где-то вот подтопило. Но сейчас очень прям мощные наводнения. Там, я подозреваю, что будет очень нагрузка большая на финансовый сектор. Там, страховых компаний, там просто машины тоннами, просто железо. На металлолом пойдет, да, будет банкротство, возможно, страховой компании. Вот. Нужна будет очень большая поддержка населения, потому что там дома смыло просто реально. Вот. Да, может, это какая-то локальная, там, небольшая, где-то вот, может, все-таки Бельгия, это не вся Европа, да, Германия, там тоже не вся Европа, где-то вот, где реки в основном. Вот. Но, хотя я фундаментальный анализ, скажем так, я сильно не беру во внимание, когда смотрю технически, но тем не менее не учитывать это нельзя, да? Поэтому надо учесть, что вот это как мина замедленного действия, оно прямо сейчас никак не окажет влияния, но как цепная реакция, да, когда мы знаем, что вот в экономике оно бывает одно за другое цепляется, если слишком сильно что-то где-то придавит, то потом начнутся вот эти вот кредиты, дефолты, банкротство и так далее, одно за другим может потянуться. Поэтому надо вот поизучать с точки зрения фундамента, может быть, даже тебе посмотреть, что там может повлиять сильно на экономику европейскую, и, может быть, евро даже и просядет на фоне этого. Но это как вот такой звоночек один, который надо рассмотреть. Вот, поэтому покупать бы я пока не стал, потому что краткосрочные, да, вот здесь вот мы посмотрим, вот у нас краткосрочное движение, оно уже было, скажем, кто хотел, тот заработал несколько сотен пунктов, вот, просто если рассмотреть это на более... В мелком таймфрейме, да, мы видим, что от уровня были сильные движения. Вот, и на этих сильных движениях можно было заработать. Вот, теперь уже либо кто-то, допустим, как вариант, кто любит долгосрочные позиции, я не очень, я зарабатываю вот на краткосрочном и закрываю позиции. Но если кто-то зашел в долгосрочную позицию, можно держать эту позицию в расчете на то, что мы вернемся к верхней грани, да, этой консолидации, вот этого треугольника глобального. Вот, но если цена пойдет вниз, лучше выходить из позиции, не ждать.
Что касается золота, здесь мы тоже был, ну, была у меня в прошлый раз здесь линия поддержки. Цена немного не дошла до нее, вот, развернулась. Это может говорить о том, что треугольник начинает сужаться. То есть вот есть такое понятие, вот треугольники, они любят вот сужаться, эти грани не так четко работают. И если он действительно сужается, то вот если цена пойдет опять сюда вниз, то этот сигнал будет не столь надежным на покупку вот здесь, потому что может банально это означать уже пробитие этого треугольника вниз. Вот. Поэтому будем рассматривать только сигналы вот покупок от этой линии поддержки и продаж от этой линии сопротивления. Вот в этом уже районе, потому что треугольник сужается. Поэтому вот по золоту вот такой у меня прогноз. По нефти также мы наблюдаем то, что цена пока так не дошла до линии поддержки, которая является, ну, зеркальной линией поддержки, да, в прошлом линии сопротивления. Пока мы до нее так и не дошли, но, в принципе, она не теряет свою силу. А с другой стороны, дальнейший рост цены на нефть, вот предыдущим был выход, да, из консолидации такой треугольный, и сейчас, если присмотреться на мелкий таймфрейм, мы опять наблюдаем некую вот консолидацию. Если это действительно будет цена двигаться в рамках этого треугольника, то вполне возможно, что она опять пробьет его и пойдет дальше вверх. То есть здесь пока что я могу дать рекомендацию продавать от линии поддержки краткосрочно, ну, в рамках, то есть третий, как правило, движение от ценового диапазона этого треугольника. Uh-huh. Вот. Ну и по S&P посмотрим. Примерно то же самое, да, то есть мы... Цена вернулась к линии сопротивления, которая стала зеркальной линией поддержки. Не дошли до нее, но уверенно пошли вверх. То есть прогноз, скажем так, на покупку S&P 500 сохраняется на долгосрочную, да, то есть нет каких-то признаков сильного падения. Лучше его все-таки покупать на долгосрок, чем продавать. Вот. Ждем с фундаментальных, скажем так, фронтов вестей по поводу падения всех биржевых индексов американских, но пока что... Пока что он растет все-таки. Вот такие мои прогнозы. Угу. А тебя не коробит немножко идея одновременного роста доллара и фондового рынка? Коробит, но мы часто, ну, не часто, но бывает порой, видим и корреляции, в то же время антикорреляции, вот, на рынке. Поэтому здесь... Иногда бывает одно другому не мешает, особенно когда все привыкают к каким-то корреляциям, да, вот, привыкают и начинают слишком верить в них, то как раз-таки большие объемы активов, когда вливают в разные инструменты, которые привыкли, что они коррелируют, они начинают антикоррелировать, то есть это иногда такое бывает, угу. Поэтому здесь надо быть осторожным. Ну, в целом согласен, да, бывают такие ситуации, случаи. Короче, сейчас времена не совсем простые, и вот этот титанический рост американского фондового рынка просто каким-то немыслимым космическим уровнем доказывает то, что нужно быть осмотрительными, торгуя сейчас крайне перекупленными и перепроданными инструментами, и держать руку на пульсе. Друзья, мы вам в этом будем помогать по максимальной возможности и с позиции техники, и с позиции фундамента. Роман, спасибо тебе за твою точку зрения. Все, как всегда, круто, предельно ясно и понятно. Тогда до скорой встречи. Жду от тебя обратную связь, когда мы с тобой в следующий раз можем собраться. Я думаю, хорошо, что традиционно будет очень интересно. Спасибо тебе и хороших выходных. Спасибо. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Пока.